Женя, поздравляю тебя с победой, с голом, с передачей. Такая разгромная победа случалась уже с тобой в карьере? Я не припоминаю на самом деле. Не помню, когда последний матч такой был разгромный. Ну, приятно в таких матчах играть, потому что, ну, снова же, команда правильно действовала, правильно открывались. И я считаю, что, ну, как бы это наша заслуга. Мы заставили соперника просто не понимать, что делать на поле, поэтому. Сопернику всегда тяжело после таких разгромных поражений. Не хотелось ли как-то их поддержать, приобнять? Да, мы говорили с Костышиным, ну, Денисом. Говорили, ну не буду, наверное, что я говорил, но он сдерживал свою улыбку, поэтому я его поддерживал. Ну ничего, это футбол, сегодня они проиграли, завтра обыграют, не буду, ну, к примеру, какую-то другую команду с таким же счетом, поэтому нужно работать, забывать сейчас и смотреть просто в будущее. А если не ошибаюсь, это первый твой официальный полный матч в «Шахтере». Как ты уже чувствуешь себя физически? Да, супер. Сейчас на данный момент уже не могу уже ничего сказать, что, то есть могу сказать на 100%, что я готов. За короткий промежуток времени было две игры сборной, сейчас Колос, будет Загреб, такой насыщенный график, как тяжело? Ну, на самом деле, немножко только надоедают эти все перелеты, да, жить в гостиницах, как бы, через два на третий день, ну, а так, в принципе, это уже дело привычки, знаете, привыкаете, и потом уже чего жаловаться. Это же все-таки наше любимое дело, поэтому. Скажи, пожалуйста, за короткий промежуток времени, да, несколько недель, нам предстоит 4 матча с «Динамо». Не устанем ли мы побеждать «Динамо»? Для меня это вообще, это очень мотивирует, потому что это первая игра будет против «Динамо Киев» в составе «Шахтера», поэтому для меня это как я выйду против них как впервые, знаете, поэтому меня лично не нужно мотивировать. После матча в клубном инстаграме появилась вот такая вот фотография. Как тебе? Супер. Да. Я подписан. Не, мы знаем, что ты подписан, нет, просто такая милая фотография с Жуниором. Супер, да, ну поверьте, когда игра есть, когда даже выиграли бы мы 3-0, да, ну хорошо, красиво играем, в удовольствие, поверьте, хочется вот так вот обнимать Жуниора, так же всю команду, поэтому я поздравляю всех болельщиков «Шахтера» за поддержку, спасибо. Спасибо тебе. Спасибо.